неизвестные люди в 55 приехали минимум двумя машинами, то ли двумя, то ли тремя. Вот, и начали без предупреждения валить блокпост. Вот. С мух стреляли из гранатометов, вот, с пулеметов. В общем, бойцы были наемники какие-то, подготовленные там, в общем, лупили очень профессионально. Вот. Наши там успели открыть огонь в ответ. В одну машину, получается, сожгли. Вот. Ну как сожгли, нормально там упанули. Но они в итоге расстреляли, значит, 3 боевых машины пехоты и 2 санитарных таблетки. После этого, это со слов очевидца, который сейчас вот раненый, значит, после этого собрали, ну, то есть лупили конкретно, сопротивляли, все, потом раненые, все, короче. Вот, их, короче, собрали в кучу, руки за голову, кто мог поднять. Ну и типа один спрашивает, командир, что будем с ними делать. Кто говорит, ладно, хай типа остаются. И все, сели на машину, пытались завести БМП, уехать, не получилось, короче, кинули на гранаты, что начал. Собрали оружие, короче, сели в этот самый, в машину, вот, и свалили. Это были наемники проплачены. Кем проплачены, никто не знает. 10 убитых точно. Сейчас там я уезжал, просто там собирали и раненых, 29 человек раненых, из которых 4 очень тяжело.